На войне? Что ты здесь делаешь? Это ты, Даранис? Да. Чего тебе надо? Я ищу древний храм, построенный в здешних горах. Да, я слыхал о храме, расположенном в этих местах. А где именно? Точно не знаю, но в крепости у Сильверлейка есть архив старых карт. Если где-то и есть ответ на терзающий тебя вопрос, то он там. А как мне добраться до Сильверлейка? На данный момент никак. На мосту, через который идет дорога до Стюарка, обосновались бандиты. Народ сейчас пытается придумать план, как совладать с ними. Помоги им, глядишь, они тебе помогут. А кто сейчас работает над проблемой с бандитами? Мурдра, трактирщица, вне всякого сомнения. И мне кажется, какой-то план был у Раутера. Раутер? Кто это? Гильдейский воин. Он был тут буквально только что. С прозрачными намеками на то, что кто-то ведет с бандитами тайные переговоры. А где сейчас этот Раутер? Он отправился к старой дозорной башне Ситарифа. На побережье к югу отсюда. А чего ты тут делаешь? Мне казалось, маги должны день и ночь торчать в своих кельях. Разве нет? Ну, некоторые так и делают. Я же здесь по заданию, которое дал мне великий магистр Мильтон. Его очень заинтересовали древние каменные круги, разбросанные по всему Аргаану. И что, тебе удалось что-то узнать об этих каменных кругах? На данный момент только то, что они меня с ума сводят. Великий магистр нашел способ разбудить их магию. Но те круги, которые мне удалось отыскать, на мою магию не реагируют вообще. У меня такое чувство, что кто-то уже пытался проделать все это. А что происходит, когда такой каменный круг пробуждается? Судя по всему, между кругами существует связь. Если наладить связь с каким-то конкретным кругом, то к нему можно будет мгновенно переместиться из любого другого такого же круга. Мы экспериментировали с двумя кругами в Торниаре. А здесь ничего не работает. Если тебе любопытно, тут поблизости есть такой круг — неподалеку от расколотой девы. Страшно. Просто страшно. Так ты
Ты встретился с нашим аристократом? Да, он предложил приглядеться к местным и протянуть им руку помощи. Как у тебя идут дела? Может, надо чем-то помочь? Пожалуй. Ты парень сильный, на вид крепкий. Сгодишься. Что надо будет сделать? У меня кончаются запасы медовухи. Не растяну я их до следующего привоза. Ясно. Хочешь, чтобы я раздобыл немного медовухи? Ага. У Гарва, одного из дровосеков, наверняка еще осталось несколько бочонков. Почему бы тебе не принести парочку? Я слышал, что ты придумала, как избавиться от налетчиков. Может, ты мне расскажешь? Да. Хочешь выведать мои секреты? Фиг у тебя! Я схожу к Гарву и принесу тебе медовуху. А, гости будут рады медовухе. Да и я тоже. Где мне найти Гарва? Ступай за ворота, а потом по тропинке направо, мимо старой сторожевой башни. Там его хижину и найдешь. Мне бы хотелось взглянуть на твои товары. На войне такое теперь обычное дело. Просто идиотизм! Мир перевернул! Гарф тоже валит лес. Что ты о нем думаешь? Да, он тоже дровосек, работает на барона. Но ты лучше с ним не водись. Он пьет много, да и вообще дрянной человечишка. Давеча утопил свою кошку в ведре с помоями. Такой вот он. Где мне найти Гарва? Ступай вниз по тропе направо, затем минуй старую сторожевую башню. Там будет хижина Гарва. По дороге не зевай, поглядывай по сторонам. Там полно гоблинов.
Только посмотрите на него! Чего тебе надо? Что вы тут делаете? А ты разуй глаза! Пекари мы! Чем мы еще можем заниматься? Я слыхал, что у тебя есть медовуха. Вы только гляньте, у пьянчушки горло пересохло. Думаешь, тебе тут перепадет? Выставляй давай два бочонка с медовухой и останешься с целой рожей. Эй, парни, гляньте на скомороха. Кого-то ждет трепка. Он мой! Давай сюда бухло. Да забирай, подавись. Мне и так пора завязывать. Снова ты?
Что, не здешний? Ну да, не здешний, а что? Ежели ты не здешний, то, может, и с Мурдрой не якшался. А раз так, то, глядишь, сумеешь помочь бедным отчаявшимся рыбакам. Что именно тебе от меня надо? Я потерял деревянную ногу. Понимаю, звучит малость странно. Так ведь в ту ночь я был зол, как черт, и пьян, как рыбак. Сможешь ее найти? А чего ты сам не пойдешь ее поискать? Так это, там гоблины совсем распоясались. А я-то что же, я же рыбак, а не воин. А вот ты, как я погляжу, не понаслышке знаешь, как обращаться с оружием. Я разыскиваю нужную тебе деревянную ногу. Может, хотя бы скажешь, где ты мог потерять свою деревянную ногу? Да, наверное, где-то на холме к востоку отсюда, на кабаньей скале. Помню, там пахло дымом и воняло гоблинской мочой. Из того места вдали было видно дозорную башню. Я скажу, поищу твою деревянную ногу. Будешь ждать меня здесь? Нет, я иду на берег к рыбацкому поселку. Там меня и ищи. Это ты, Раутер? Так точно! Собственной персоной! Так а что ты все-таки здесь делаешь? Да, застрял я тут. Все из-за этих чертовых разбойников. Чего непонятного? Это я понял. А сюда-то тебя что привело? В пещере, где у Мурдры склад, я хранил кучу своих личных вещей. Я собирался забрать их и сразу, не мешкая, отправляться на войну. Но эти гады-разбойники спутали мне все карты, перекрыв мне путь к полю боя, ясно? А куда ты собирался идти сражаться? В долину крови, ясное дело. В нашей гильдии воинов прослышали, что мертонийцы оттеснили в долину крови лорда Гаваана. Ну, мы и решили выступить туда ему на помощь. Сейчас? Я слыхал, у тебя есть план, как совладать с разбойниками. Расскажешь мне, что ты задумал? Конечно! Слушай, если бы эти разбойники были простыми грабителями с большой дороги, я бы их всех вмиг перебил. Но некоторые из них друзья, а друзей же я не стану убивать, верно? У тебя есть друзья среди разбойников? Да, черт подери. Лорн, например, и другие рыбаки. Они прибились к Дартану и его людям, потому что Мурдра продала их лодки, пока они были на войне, бедняги. Зачем Мурдра продала их лодки? Это я не знаю. Меня там в тот момент не было. А почему тогда Мурдра не отдала рыбакам деньги, которые она выручила от продажи лодок? Ну, когда Лорн вернулся с войны и узнал, что сделала Мурдра, он совершенно озверел и украл ее деревянную ногу. Деревянную ногу? Какую деревянную ногу? Ну, у Белгора, последнего мужа Мурдры, была деревянная нога. Для Мурдры она очень много значила. То ли это был подарок от короля, то ли еще чего. Откуда я знаю? Ох уж эти женщины. Ну, в общем, с тех пор эти двое на ножах. Какие, брат, дела? Так каков твой план? Лорн отдает Мурдре ее деревянную ногу, а Мурдра возвращает рыбакам деньги, вырученные за лодки. И тогда все будет честь по чести. Рыбаки смогут снова вернуться к своему ремеслу, а я, наконец, смогу перебить бандитов. И порядок. Ну так пойди и поговори с Лорном. Уже говорил. Он мне не доверяет. Потому что я общаюсь с Мурдрой и останавливаюсь у нее в расколотой деве. И ты хочешь, чтобы с Лорном поговорил я? К
Кстати, отличная идея. Да, поговори с Лорном. Ты же ведь здесь новенький. У тебя тут не должно быть ни врагов, ни друзей, так? Где его искать? На старой сторожевой башне. Он сидит там, ноет по поводу своих лодок и пялится на чертово море.